Многофункциональные центры края присоединились к минуте молчания в память о погибших в столице. Накануне в МФЦ «Рязанский» мужчина устроил стрельбу. Двое человек были убиты. Еще четверо, включая 10-летнюю девочку, ранены. В память о жертвах во всех МФЦ страны прошла минута молчания. Состоялась она единовременно в 10 утра по московскому времени. Сотрудники центров прервали выполнение своих обязанностей и на минуту встали с рабочих мест. Память о погибших сотрудниках МФЦ, все центры Красноярского края присоединились к всероссийской минуте молчания. Здесь и скорбь, и печаль, и грусть от того, что это может произойти в любом регионе и в любом МФЦ.